Синяя бумага. Зеленый кабель. Четыре пары обуви. ПЗУ заполнена. Земля круглая. ПК сломан. Это чистое золото. Электричество исчезло. Сухое дерево. Топор острый. Круг круглый. Мяч круглый. Размер неверен. Пол мокрый. ПК не в сети. Оперативная память имеет 8 гигабайт. Это железобетон. Стена влажная. Золото очень дорогое. Резина эластичная. Алюминиевая лестница. Стена оранжевая. Делаю копию USB флеш-накопителя. Нажмите клавишу. Тормоз заблокирован. Аккумулятор заряжен. Позолоченный кабель. Стругальный станок наточенный. Край стола. Кожа слишком твердая. Мы удаляем текст. Лодка изготовлена из дерева. Память заполнена. Острие ножа. Я занимаюсь серфингом в интернете. На улице темно. Это настоящее серебро. Электрический проводник. Мы делаем стол. Я измеряю комнату. Ртуть ядовита. Труба составляет 4 дюйма.
Рубин слишком дорогой. Шнур слишком короткий. Мы взвешиваем этот пакет. Баннер на главной странице. Я торможу автомобиль. Угол стола. Педаль акселератора застряла. Поверхность жесткая. Стоимость слишком высока. Эта линия слишком толстая. Мышь без провода. Меню программы. Я ремонтирую устройство. Я распиливаю древесину. Эта лестница безопасная. Серебряная поверхность. Зашифровать файл. Тип файла PDF. Эта форма практична. Желтая машина маленькая. Двигатель в работе. Двигатель обладает большой мощностью. Я выношу мусор. Это сканер ОРС. Какой тип машины? Техническое обслуживание двигателя. Древесина хвойных пород мягкая. Доступ заблокирован. Пекарь делает хлеб. Моя работа – электрик. Свинец – это тяжелый металл. Это неэтилированный бензин. Браузер заблокирован. Электронное письмо не приходит. Мы генерируем солнечную энергию. Стекло прозрачное. Мы выравниваем деревянную доску. Этот картон черный.
Поставщик приходит сегодня. Это электрический двигатель. Компьютер не включается. Это пила для металла. Это вещество токсично. Теоретическая проблема. Нажмите клавишу Shift. Цинк опасен для воды. Мне нужно олово, чтобы паять. Два целых 42 гектара. Прилагается документ. Я регистрируюсь как пользователь. Работник опаздывает. Образование является фундаментальным правом. Есть много видов энергии. Расшифруем код. Мы должны зашлифовать край. Это мягкое дерево. Машинам нужно масло. Этот пароль слишком короткий. Свет состоит из фотонов. Платина дороже золота. Это ножницы для бумаги. Этот нож слишком острый. Этот клапан не закрывается. Это электрические плоскогубцы. Это выглядит хрупким. Участник отсутствует. Этот файл имеет 4 мегабайта. Вес атома известен. Свет выключен. Машина в работе. Эксперимент прошел успешно. Не хватает поверхности. Это не может работать. Я запускаю компьютер.
Драгоценности короны королевы. Профили пересекаются. Земля имеет магнитное поле. Этот продукт слишком дорогой. Это идентификационная табличка машины круглая. Мой сканер слишком медленный. Эти ювелирные изделия сделаны из золота. Высокая вместимость накопителя. Ты должен сохранить текст. Используйте табуляцию здесь. Адаптер на 230 вольт. Мне нравится этот вид металла. Я должен зарядить свой мобильный телефон. ПК делает это автоматически. Строительство дома стоит дорого. Закладка в PDF-документе. Коричневый порошок токсичен. Курсор указывает на значок. Эти данные являются конфиденциальными. Оцифровывать процесс. Это твердая поверхность. Устройство очень практично. Магазины закрываются рано. Я изучал IT, информатику. Механика очень крепкая. В очках оптические линзы. Механик профессионал. Мы регулируем этот клапан. Штрих-код на товаре. Материал синтетический. Я укрепляю эту структуру. Ток составляет 10 ампер. Оборудование вышло из строя. Компьютер уже слишком старый. Файловый менеджер устарел.
Декалитр – это 10 литров. Десять децилитров – это 1 литр. Алмаз – это драгоценный камень. Мяч – это твердое тело. Мы устанавливаем программное обеспечение. Мы должны зарядить аккумулятор. Легированный материал. Флуоресцентная лампа яркая. Этот микрочип устарел. Мы смешиваем жидкости. Физика является основным предметом. Производство задерживается. Этот материал устойчив к коррозии. Сколько тонн весит грузовик? 3 тонны. Эта ложка изготовлена из дерева. Мы готовим новых специалистов. Деревянная балка поддерживает крышу. Строительная площадка не является безопасной. Ускоряем автомобиль. Демонстрационная программа бесплатная. Это цифровое приложение. Стальная пружина в машине. Наше общество современно. Земельный участок имеет 2 гектара. Есть темные и светлые цвета. Кубический метр – это мера объема. Книга весит 0,5 килограмма. Алмаз – это драгоценный камень. Магний – это легкий металл. Эта линия электропередачи оборвана. Программа выдает сообщение. Свернуть карманную линейку.
Новости интересные. У меня есть молоток и гвоздь. Файл находится в этой папке. Стрелка указывает на объект. Шатун изготовлен из стали. Это квадратная поверхность. Штепсель находится в розетке. Электрической сети проблема. Символ непонятен. Технологический прогресс. Окружающая среда улучшилась. Процесс выделяет много тепла. Он должен распечатать эти страницы. Законы движения в физике. Эта фабрика очень продуктивная. Это мое любимое программное обеспечение. Я открываю дверь рычагом. Я инженер посудостроения. Это интерактивное меню. Атомной электростанции нужен уран. Ученик подметает мастерскую. Каков вес этой машины? Это механическая проблема. Микроволновая печь на стене. Картон должен быть переработан. Результат производства увеличивается. Мы производим слишком много лома. Протоны — это элементарные частицы. Дым выходит из машины. Какой класс стали не ржавеет? Я техник по инструментам. В университете много предметов. Настенный крюк изогнут. У нас национальные поставщики.
Мы должны прервать эксперимент. Это устройство очень полезно. Безработица низкая. У меня новая работа. Дрель должна быть заточена. Десять дециграмм составляют 1 грамм. Уплотнительная шайба протекает. Золото и платина – это драгоценные металлы. Вы можете вставить штепсель. Железо не является органическим веществом. Моя компания сегодня закрыта. Интернет-адрес домашней страницы. Какая конфигурация оптимальна? Этот кристалл прозрачен. Синтетическая кожа обесцветилась. Мы отмечаем дефектное место. Тысяча метров – это километр. Этот метод очень эффективен. Это приносит максимальную производительность. Какую программу вы загрузили? Розовое платье принадлежит моей бабушке. Предохранитель перегорел. У солнечной энергии большое будущее. Мы ищем и заменяем текст. Это техническая проблема. Загрязнение увеличивается. Алюминий легче меди. Это выражение неверно. Мы должны выключить машину. Мы автоматизируем этот процесс. Я отредактирую документ. Этот режим работы очень безопасен. Мы должны деактивировать вирус. Программное обеспечение выполняет команду.
принтер использует слишком много чернил. Мы должны вставить текст здесь. Электроны — это элементарные частицы. Искра исходит из розетки. Размер файла составляет 2 мегабайта. Галогенные лампы светят очень ярко. Аппаратное обеспечение становится все дешевле. Тонна – это 1000 килограммов. Какой класс древесины тверже? Сантехник паяет медную трубу. Поршень двигателя внутреннего сгорания. Мясник режет мясо. Тысяча миллиграмм – это 1 грамм. Сборка проходит через 4 дня. Нейтронная бомба была запрещена. Срок действия патента истекает через год. Пакет сливочного масла составляет 1 фунт. Это место должно быть отмечено. Трансформация напряженности. Солнечная энергия экологически чистая. Распределительная коробка сделана из пластика. Окно приложения слишком маленькое. Я присутствую на лекции. Мы конвертируем процесс в IT. Эта команда запускает программу. Пользователю нужен пароль. Это процесс перетаскивания и отпускания. Это электронный компонент. Газы и жидкости текучие. Инструкция по эксплуатации устройства. Генератор генерирует переменный ток. Процесс сбалансирован. Нам нужно 3 грамма пищевой соды. Мы должны скачать файл. Слишком высокое гидравлическое давление.
промышленность нуждается в большом количестве энергии. Интерфейс несовместим. Эта смесь слишком сконцентрированная. Этот порошок слишком тонко измельчен. Тяжелые металлы вредны для воды. Изумруд находится в сундуке с сокровищами. Пластик стал хрупким. Транзистор имеет 3 соединения. Мы должны следить за напряжением. Адрес дома неправильный. Электрический шкаф подключен. Без бэкслэша ссылка неверна. Штрих-код может быть отсканирован. Хлопок – это натуральное волокно. Мы заканчиваем это компьютерное приложение. Пользовательский интерфейс программного обеспечения. Он способен сделать эту работу. Температура составляет 400 градусов. Корпус устройства серый. Я копирую содержимое этого файла. Какой жесткий диск самый быстрый? Пробел является самой большой клавишей. Он поставляет хорошие технические продукты. Я креплю устройство на стене. Жемчужное ожерелье сломано. Есть много физических законов. Физик получает Нобелевскую премию. Сапфир используется для стекла в часах. Спектр света показан здесь. Удельный вес металла. Разъем находится слева от окна. Этот контроль полностью автоматический. Этот преобразователь для постоянного тока. Карбюратор двигателя внутреннего сгорания.
каков объем этого контейнера? Подключение составляет 200 Вт. Вал машины сломался. Я прикрепляю файл к письму. Это соединение для антенны. Вряд ли сегодня можно найти какие-либо дискеты. Вряд ли остались флоппи-дисководы. Я сейчас включу двигатель. Мы должны настроить эту машину. Электрический счетчик цифровой. Топливо производится из сырой нефти. Ртуть – это жидкий металл. Я форматирую жесткий диск. Какова частота этой электросети? Это податливый материал. Гектолитр – это 100 литров. Производитель приедет из-за рубежа. У фермера новый трактор. ЖК-экран хорошего качества. Строительный материал доставляется сегодня. Оптика дает хорошее разрешение. Ошибка программы приводит к завершению. Этот переключатель для высокого напряжения. Какие винты я использую для листового металла? Какое мыло лучше для кожи? У солнечной энергии большое будущее. В электрической цепи короткое замыкание. Нам нужна техническая поддержка. Вакуум составляет 400 миллибар. В коробке передач много передач. Мы должны активировать эту программу. Нам нужно обновить программное обеспечение. Ваше обучение длится 3 года.
Какая операционная система рекомендуется? Вы должны отредактировать текст. Этот конденсатор очень эффективен. Это экспериментальный результат. Я обрабатываю металл пилой. Эта группа металлов не ржавеет. Значок в углу экрана. Кубический метр – это 1000 литров. Проводимость меди высокая. Генератор машины сломан. Эта машина может обрабатывать сталь. Механик ремонтирует автомобиль. Режим работы не определен. Этот монитор имеет высокое разрешение. Я нахожу вашу группу новостей интересной. Квантовая физика сложна для понимания. Тело в покое не имеет динамики. Напряжение составляет 400 вольт. Мы улучшаем условия труда. Сто сантилитров – это 1 литр. Безработный ищет работу. Мое рабочее место в мастерской. Не забудьте выключить свет. Мы строим установку за 4 дня. Я разрезал кабель с помощью плоскогубцев. Десять дециметров равны 1 метру. Этот металл обладает высокой пластичностью. Ввод данных с помощью клавиатуры. Учетная запись электронной почты требует пароль. Я пилю древесину с помощью зубчатой пилы. Устройство требует подключения к сети. Вы должны выделить этот текст. Содержимое коробки неизвестно. Этот уголь добивается из-под земли. В баке 200 литров воды.
Латунь используется для кранов. Тысяча миллилитров равняется 1 литру. Вы можете отправить мне сообщение? Программирование PLK. Окружающая среда не должна быть загрязнена. Мы перетаскиваем и вставляем объект. Адресная книга должна быть обновлена. В этом концертном зале хорошая акустика. Вы можете оставить свет включенным? Вы должны нажать на кнопку. Многие статуи сделаны из бронзы. Какая файловая папка содержит документ? Динамо на велосипеде вырабатывает электричество. Резина обладает очень высокой эластичностью. Электроснабжение важно. Прочность стали очень высокая. Квадратный километр – это мера площади. Жидкость течет через канал. Мастер собирает раковину. Изолента доступна в красном и зеленом цветах. Какое техническое обслуживание самое быстрое? Монтажник работал 4 часа. Клавиша со стрелкой доступна в 4 направлениях. Этот насос высокого давления распределяет 20 бар. Схема легко подключается. Есть крестовые и плоские отвертки. Какой программный пакет вы мне порекомендуете? Это прочная стальная конструкция. Начальная страница загружена. Интернет также является телекоммуникацией. Многие компании используют облачное программное обеспечение. Я переключаю машину на вторую передачу.
Я должен выйти из приложения. Я акустически тебя не понял. Стажер должен учиться 3 года. Штрих-код считывается сканером. Мы должны просверлить отверстие в пластине. Болт выпал из машины. У переводчика сейчас нет времени. Инженер-электрик программирует ПЛК. Этот мотор-редуктор издает странные звуки. Сколько километров до дома? 3 км. Мы соединяем коробку передач с машиной. Коленчатый вал двигателя не работает. Заряд батареи недостаточен. Световой год – это расстояние. Изделие изготовлено на машине. Десять миллиметров – это 1 сантиметр. Здесь открыта новая свалка. Какой параметр работает лучше всего? Мы должны утилизировать наши отходы. Держите трубу тисками. Овечья шерсть – это натуральный материал. Вы можете быстро выключить машину? Компьютер снова завис. Промышленные продукты – это прикладная технология. Вывод данных на экран. Этот сверлильный станок для дерева и стали. Компакт-диски почти не используются. Электрик монтирует распредшкаф. Я загружу видео на YouTube. Интернет-пользователю нужен пароль. Я вытаскиваю гвоздь плоскогубцами. Пневматическая дрель не требует электричества.
Этот процесс не является экологически чистым. Правописание работает только для немецкого языка. Провод, несущий ток, называется фазой. Исследования и технологии приносят прогресс. Телебанкинг возможен с мобильного телефона или ПК. Этот каталог не обновляется. Вольт опасны. Какое устройство лучше всего подходит? Сталелитейный завод обладает высокой производительностью. Это очень эффективный препарат. Буква имеет приятный дизайн. Аккумулятор имеет небольшую емкость. Расходы этой компании слишком высоки. Компьютерный вирус навредил нам. Мы находим виртуальные объекты в киберпространстве. Электростатика может вызвать взрыв. Готовая продукция отправляется на отдельный склад. В жестком диске терабайт емкости. Материя может быть преобразована в энергию. Эта компания производит микроэлектронику. Этот порядок должен соблюдаться. Резервная копия находится на жестком диске. Хранение данных должно быть безопасным. Статика и динамика являются областями физики. Момент инерции увеличивается с весом. Мы можем переработать этот лом. Мы должны восстановить безопасность. Эффективность составляет 40%. Какой аккумулятор можно заряжать так часто, как вам нравится?
Оператор должен изучить некоторые функции. Этот значок нелегко увидеть. Кнопка активирует машину. Неправильный формат жесткого диска. Это лампочка на 24 вольта. Керамические материалы очень жаростойкие. Очистные сооружения были построены 2 года назад. Плоскогубцы хорошо подходят для захвата. Сколько машин на этом заводе? Тысяча микрометров равняется 1 миллиметру. У меня на кухне есть микроволновая печь. Фотомодема невысокая скорость. От винта отвалилась гайка. Катушка трансформатора выполнена из меди. Рабочего ударило током. Эколог критикует промышленность. В какой мастерской хорошая электрическая сборка? Зарядка аккумулятора занимает много времени. Образование влияет на характер. Пароль должен быть надежно выбран. К сожалению, я вызвал короткое замыкание. Шариковый подшипник для тяжелых условий эксплуатации. Продукт должен использоваться в неразбавленном виде. Удлинитель длиной 3 метра. Какой материал обладает наибольшей прочностью? Электрические линии должны быть защищены. Полупроводник является электронным компонентом. Этот кабель предназначен для высоковольтных применений. Нажмите эту кнопку, после чего машина запустится. Какой конденсатор имеет наибольшую емкость? Земельный участок имеет длину 10 метров.
Механик ремонтирует машину. Этот механизм выглядит очень сложным. Микропроцессор имеет высокую рабочую частоту. Экология заботится об охране окружающей среды. Оптический сканер имеет высокое разрешение. Стажер не имеет права работать сверхурочно. Какой программист знает Java? Серебряные монеты сегодня используются редко. Какая максимальная сила тока? 3. Преобразование материалов требует времени. Пятьдесят сантиметров – это полметра. Электронная записная книжка очень полезна. Это промышленное производство. Инжиниринг изучается в университете. Эта установка должна быть демонтирована снова. Медь очень важна для электротехники. Расширение памяти составляет 2 гигабайта. На этом цилиндре нет чистых поверхностей. Производство этого устройства занимает много времени. Ускорение – это динамичный процесс. Паровой двигатель больше не используется сегодня. Автомобили без каталитических нейтрализаторов не допускаются. Камень обрабатывается с помощью молотка и зубила. Этот программный пакет требует много места для хранения. Площадь имеет 2 квадратных метра. Это программное обеспечение, предназначенное для обработки текста. Вы не должны проливать воду на клавиатуру. Строка заголовка главной страницы не видна.
производство плоских экранов сложное. Компьютерные технологии делают большие успехи. Технический университет готовит инженеров. У пользователя проблемы с программным обеспечением. Расширяемость различных материалов. Обработка с помощью станков. Вес автомобиля составляет 2000 килограмм. Мы должны лучше изолировать этот кабинет. Педаль сцепления недоступна на электромобиле. Какой алюминиевый сплав вы используете для самолетов? Магнетизм часто используется в технике. Резьба винта не подходит для этой гайки. Поисковая система занимает всего несколько миллисекунд. Сегодня любой человек может обработать текст дома. Нам нужен перевод этого документа. Автоматический выключатель является элементом безопасности. Какие инструменты предназначены для электромонтажных работ? Производство антивещества очень сложное. Оцифровка документов выгодна. В калькуляторе жидкокристаллический дисплей. Техническое обслуживание обеспечивает работу машины. Программирование не может быть изучено за короткое время. Я прикручиваю деревянную пластину шурупами. Каждый мобильный телефон имеет автоматическое распознавание речи. Термодинамика – специальность физики. Шайба установлена с винтом. Центробежная сила двигает объект наружу. Автоматизация является распространенной практикой в промышленности.
Пластичность пластических материалов очень высока. Крутящий момент составляет больше 300 ньютон-метров. Производитель стали производит трубы, плиты и профили. Штрих-код легко читается сканером. В диалоговом окне вы должны выбрать правильный вариант. Подключенная мощность двигателя составляет 10 кВт. Свеча зажигания должна быть заменена во время технического обслуживания. Теорию относительности Эйнштейна трудно понять. Электроинжиниринг и информатика очень похожи сегодня. Конвейерная лента движется со скоростью 2 метра в минуту. Неоновая трубка потребляет больше электроэнергии, чем светодиодная лампа. Оптическое распознавание символов требует высокого разрешения. Чистота в мастерской облегчает работу. Маховик является важным механическим элементом. Трансформатор является электромагнитным компонентом. Электрон движется почти со скоростью света. На качество продукции влияет цена. Настройки по умолчанию не должны быть изменены. Телефонная конференция проще, чем видеозвонок. Обработка этого материала очень плохая. Плотность алюминия ниже, чем у железа. Запчасти для промышленных предприятий могут быть очень дорогими. Это меню управления не очень легко понять. Пластиковые пакеты практичны, но не экологичны. Кремний является основным материалом для чиповой технологии. Искусственный интеллект необходим для автономного вождения.
пропорциональные шрифты используются при обработке текста. Токарный станок может держать заготовки до 2 метров. Элементарными частицами являются электроны, протоны и нейроны. Опасные жидкости хранятся в комнате безопасности. Вы можете производить много вещей с помощью 3D-принтера. Янтарь часто содержит окаменелости. Мы производим множество компонентов из нержавеющей стали –